Акция организована общественным советом при УВД по городу Сочи и инспекторами по делам несовершеннолетних. Накануне они посетили многодетную семью в центральном районе. Всего в семье 7 детей. Самые старшие, мальчик и девочка, уже достигли совершеннолетия и самостоятельно зарабатывают на жизнь. А 5 в возрасте от 3 до 17 лет находятся на попечении родителей. В преддверии 1 сентября сотрудники полиции и представители общественного совета вручили ребятам школьные наборы. Не осталось без подарка и 3-летняя сестренка мальчика, в которой еще рано в школу. Подобные благотворительные акции прошли также в Хостинском и Адлерском районах Сочи.